Ямал удерживает высокие показатели по количеству новых заболевших коронавирусом. По данным окружного оперштаба, за сутки на Ямале выявлено 175 новых случаев заболевания. Из этого количества 30 рабочих заболели в вахтовых поселках, еще 145 человек в муниципалитетах округа. Самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Салехарде – 27, в Ноябрьске – 25, в Надыме – 16, в Новом Уренгое – 15, в Лабытнангах – 13, в Муравленко за сутки 11 новых случаев. В остальных муниципалитетах менее 10. Всего на Ямале госпитализировано 1070 пациентов, 28 находятся в тяжелом состоянии, трое в крайне тяжелом. Выздоровели за сутки 49 человек. За последние сутки 3 летальных исхода. В Ноябрьске скончались 2 женщины, в Салехарде умер 56-летний мужчина.